Сегодня в краевой столице стартовал турнир по греко-римской борьбе памяти героя Советского Союза Ивана Григорьева. В числе гостей соревнований был и легендарный борец, наш земляк Александр Карелин. За первыми поединками на борцовском ковре наблюдал Дмитрий Гладких. Уже в 46-й раз Новоалтайск проводит межрегиональный турнир по греко-римской борьбе памяти героя Советского Союза, летчика-штурмовика Ивана Григорьева. Это один из старейших турниров по этому виду спорта в Сибири. На этот раз участие в соревнованиях принимают спортсмены 12-13 лет. Проявить себя и попробовать свои силы на борцовском ковре в Алтайский край приехали спортсмены из Тюмени, Новосибирска, Омска, Хакасии и соседних государств – Казахстана и Кыргызстана. На торжественной церемонии открытия участников приветствовал легендарный спортсмен, герой России, трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин. На таких соревнованиях он бывает регулярно. Я часто бываю, если так, при малейшей возможности, да. И если могу влиять на свой сложный депутатский график, то редактирую его именно с учетом, если где-то такие соревнования проходят, чтобы совместить эти поездки. Приезд Карелина стал для многих спортсменов и тренеров приятной неожиданностью. Фотосессия и раздача автографов затянулась надолго. Для начинающих борцов эти соревнования – первые шаги в спортивной карьере. Но каждое поражение юноши уже сейчас воспринимают болезненно. Легкие травмы, ушибы и ссадины в борьбе настоящих мужчин – не редкость. Но бросать заниматься этим видом спорта ребята не хотят, мечтая о больших победах. Этот турнир мне очень сильно важен, потому что тут приезжают хорошие соперники, и мне нравится бороться с сильными соперниками. Я поставил задачу хорошо отбороться всеми, не сдаваться и выиграть соревнования эти. Уже в своих первых поединках Арсен Мартиросян добился побед. Теперь дело за малым – выиграть и у других соперников. Соревнования продлятся 2 дня. Имена чемпионов назовут 2 апреля. Дмитрий Гладких, Алексей Шаульский. Новости.